Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Phantom для автомобиля Toyota Corolla с 2007 года. Артикул данной камеры CATCOR. Поставляется она в фирменной упаковке. Внутри у нас находится оригинальный гарантийный талон. Небольшая инструкция со схемами подключения камеры. Вот. Сама камера. Устанавливается камера в плафон подсветки номерного знака заднего. Вот. Сама камера из пластика полностью сделана. Герметично заклеена, пыль и влага защищенная. Вот. Класс защиты IP68. Имеет угол обзора 170 градусов. Ну, по характеристикам мы чуть позже пройдемся. Ну, в принципе, визуально даже увидим, как она показывает. В комплекте имеются также провода подключения питания вместе с видеовыходом RCA и также удлинитель видеосигнала 5-метровый идет. Вот. Сейчас мы подключаем камеру на питание. Ну, как я сказал уже, смотрим, какое качество изображения она будет выводить. Итак, камеру мы подключили на питание. Видим изображение данной камеры. Имеется парковочная разметка для удобства парковки. Угол обзора заявленный 170 градусов, как я уже сказал. Ну, как мы видим, достаточно широкий угол. Разрешение камеры 682 на 504 пикселя. Используется 480 ТВ-линий. Матрица в данной камере Super CMOS. Одна из лучших на данное время для камер заднего вида. Вот, и система цветности поддерживается PAL. Вот, камера достаточно хорошо воспроизводит изображение в темное время суток. Для этого ей достаточно минимальная освещенность в 0.1 люкс. Вот. При покупке камеры на нее распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.